вот подошла к концу третья заключительная неделя нашего профильного лагеря на центральном телевидении. И какими событиями она была наполнена, узнаем прямо сейчас. Сегодня в профильном лагере проводится конкурс видеоклипов. А также каждая команда показала свои силы в озвучке. Задача команд заключалась в том, чтобы придумать новую видеоверсию известного музыкального клипа. Можно сказать, что команды справились с этой задачей без особых трудностей. Каждая идея отличилась творчеством и оригинальностью. Сначала свой видеоклип показала команда «Чудеса на первом». Они сняли свою версию песни «Санта Лючи» из репертуара группы Quest Pistols. Продюсерский центр Кафлевский и Латыпова совместно с командой «Чудеса на первом» представляют. Санта Лючия, Санта Лючия, Санта Лючия, Санта. Странные танцы, дурные манеры, срываешь в саду цветы. Ночь до утра ты ищешь ответы, под стробоскоп получи. Непрошенный гость, но самый желанный, улицы блудный сын. Солнце в кармане, оружие танец, и ты такой не один. Санта Лючия, Санта Лючия, Санта Лючия, Санта. Делай, чтоб люди не обижали бедного музыканта. Санта Лючия, Санта Лючия, он парень неплохой. Санта Лючия, Санта Лючия, стань для него родной. Каждую ночь ты взлетаешь все выше, чтоб утром сильнее упасть. Опасные игры, смелые мысли, ты больше не хочешь ждать. Непонят, отвержен, но полон надежд. Пульс загоняет бит. Жестокий романтик, порочный мечтатель, в своем огне горит. Горит. Санта Лючия, Санта Лючия, Санта Лючия, Санта. Делай, чтоб люди не обижали бедного музыканта. Команда «Дети Ютуба» подготовили песню «Улыбайся» группы «Айова». Я птицу счастья свою отпускаю на юг. Теперь сама. Улыбайся, не вязомость, не поверь. И я
команда студии номер 3 создала видеотрек песни «Ах, удивительная жизнь моя» известного дуэта Потап и Насти Каменских. Эх, удивительная жизнь, удивительная, ох, удивительная жизнь моя. Ах, удивительная жизнь, удивительная, ах, удивительная жизнь моя. Я-я-я. О-о-о-о, эй, люди, люди, о-о-о-о, помните о чуде. О-о-о-о, эй, люди, люди, о-о-о-о, не уставайте, уди, уди. Жизнь прекрасна, если ты поймешь, что счастье — это то, что ты живешь. Жизнь прекрасна, и она одна дана, что проступится, что она. Давайте, о-о-о, пусть они вот так все делают, а я сверху сниму. Ложитесь! Салават! Давайте быстрей! Впереди конкурсантов ожидал еще один не менее важный и сложный конкурс – озвучка отрывка из фильма. При подведении итогов члены жюри разошлись во мнениях, но победитель все же был определен. Переходящий «Оскар» получила команда «Чудеса» на первом. Сегодня в нашем лагере проводится проект танцы. Как видите, один участник уже танцует. В жюри сидят великие хореографы, один из них даже Сергей Кафлевский. Все конкурсанты готовятся, волнуются. Все-таки как-никак напряжение есть. Я сам решил принять участие в этом проекте. За несколько дней до финала любой желающий профильного лагеря мог принять участие в отборочном туре проекта «Танцы на первом». И по итогам отбора каждый из 5 наставников выбрал себе по 2 претендента. К сожалению, я не прошел. А тем счастливчикам, кого отобрали дальше, наставники проекта поставили танцы в различных стилях. Но обо всем по порядку. Все конкурсанты подготовили для жюри определенный стиль танца, который выпал финалисту путем жеребьевки. Это бальные танцы, рок-н-ролл, джаз и многие другие стили. И вот финал. Кто же одержит победу? Невероятный драйв и сумасшедшая энергетика царили во время выступления финалистов. Но гордого звания победитель достоин только один. И им стал Артур Кидрячев из команды «Дети Ютуба». Именно Артур завоевал для своей команды переходящего «Оскара». Самый сложный конкурс — это первый конкурс. Старались, готовились и костюмы подбирали. А как выступление остальных соперников оценишь? Я их поздравляю тоже, что они хорошо станцевали. И все отлично у них будет. Ну а перед закрытием первой профильной смены ребята подвели итоги. В течение 3 недель в лагере проходила игра, где у каждого участника был назначен тайный друг. Он анонимно дарил подарки, оказывал знаки внимания. И вот последний день, настало время узнать своего тайного друга. А моим тайным другом была Камила. Моим тайным другом была Россия Олега. Мой тайный друг — это Кидрячий Артур. Это я. Да.
Ну а состязание за переходящий «Оскар» среди команд закончилось ничьей. Все ребята постарались на славу и были награждены поездкой в аквапарк. Еду в аквапарк. Получили массу впечатлений хороших. Нам все очень понравилось. Вот так завершился поход в аквапарк и завершилась первая лагерная смена Центра развития творчества детей и юношества. Дети, счастливые и довольные, расселись по автобусам, и сейчас мы направляемся в город. Быть в творчестве, быть в центре! На этом первая смена профильного лагеря Центра развития творчества детей и юношества подошла к концу. Но впереди вторая смена. Новые эмоции, новые впечатления и новые знакомства. И не забывайте нас смотреть на городском телеканале ЮТВ каждое воскресенье, а также в группе ВКонтакте Центра развития творчества детей и юношества и, конечно, в Инстаграме под хэштегом «В центре лето».